Не, еще замоем. Что-то мы уже всех присуманили. Суманим. В процессе. Что-то мы уже всех присуманили. Ну давайте патрулить. Что ли так же прикалывают? А всех там, блядь, присумонили-то или нет? А мы точно в ЗС? Да хрен знает, куда мы идем, слушай. В лес, по ягоды. Я через 5 минут еще раз спрошу, куда мы идем. И пончик давай уж через... На троллинге, да? У нас был такой, прикол. Вот предлог на, используй. И разную хуйню. Короче, я всех с ума, ну, те, кто АФКшит, нахуй, пускай. Редвар, на серьез. Нахуй. Вот такой прикол, понял, да? Любую хуйню вы убираешь, там, любое слово. Про АФК меня предупредило только 2 человека. Это был Алло и Пуся. Остальные, если АФКшит, ГП получит. Вага на статистике. Я релогаюсь, мне не надо ГП. Пончик на оповещение рейда. Тут только квата сумнуть осталось. Алоэ и резист вроде как тут. Шрут его рыжий, что ли? На варе ты сегодня что, танчить будешь или что, дамажить? Я? 2 бомжа на варе пока что дамажат. 2 бомжа на варе дамажат? Хорош. Вот и сорон, 2 бомжа. Не переживай. Жесткий парень. А кто танчит? Алоэ, а кто второе? Алоэ на боссе, я на трэш. Что-то потанчить захотел, да? А ты трэш тоже не удержишь, не? Не удержу. Пливом в твою сторону поверну обязательно. Слышишь, Вага, а у тебя вот первая ката, а там на ней плюсы фул? Нет, только 3 плюса. А сколько там плюсов? 6? 7. А, 7. И сколько у силков вот с 3 плюсами? У меня маленькая випка, у меня только 400 лимит. А почему они 7? А тебе все расскажи. Ну расскажи, у нас время есть. Нихуя, делаю скрин. Блять, вы охуеете сейчас просто. Смотрите все во флудилку, бля, это пиздец, это предательство. Просто, блять, обратите внимание, написано Вагабонд. И какие же там таланты мы видим, ёбаное все. Видите эту хуйню? Сова. Это нормально. С глаз чей-то, не надо такой херни тут. Блять, вообще. А сейчас, короче, там совершенствования энховские, прикинь, появились. Нихуя, закрываю, короче, на кресте. Сейчас в чате появится во всем виновата сова. В скобочках ВКБ. Жестко. Это баг жесткий. Пончик, у тебя там что, кошка провода съела опять? Пока провода не сожрала, но корпус грызет. Пидораска такая. Ты в игру зайдешь к нам или как? Да, сейчас захожу. Алло, и ты на боссе знаешь, что делать? Да. А вот эти люди заменные никто не хочет рейдить? А что ты хочешь это из рейда выйти? Я бы вступил бы. Ну в другой раз как-нибудь. Одно идиоты посмотрели бы. А я просто хотел на диванчике развалиться с клавиатурой с мышкой. Что-то не получилось. Мне пинка надо качать, приставка, короче. Какой у тебя этом левел там? Че бы, япончик что-то? Япончик, тебе, короче, первый же босс не нужен. Скрытень, да? Там мне нахуй не нужно. Я уже почти зашел.
Рыбу ловите? Ну, я думал, поставить рыбу, блядь, чуть не поставил. Каску по разбойникам, кулак по шаману. Спасибо. Кого-то зажигалку щелкнуло. Меня? Что там с Дискордом случилось? А это не я. И не она. Так ладно, потом входим. Пул все-таки. Жена, он поднимает Элбрелла. Котенок, поднимай Элбрелла. Котенок, поднимай Элбрелла. Он не встает, говорит. Лагает, может, ничего страшного. Если хила так много, не надо сразу. Беги, малышка, беги!
Серьезно? Серьезно? Да, серьезно. Второй раз вижу этот ринг. Второй раз на роге. Нет, она будет похуже, чем чешка, конечно, но получше, чем моя 45. Сука, так бы и взял ее на вар. Возьми. Интеллектуальный вар. Чем больше интеллекта, чем больше ярости будет. Еще блокирование больше. Да, пуль, конечно, сразу, не жди. Кого я ликан сохранил с скрытым? Что там такое? Тебя все печально. Сколько я дам? 23 ты. Стрера, двор сколько? А, вон вижу. А цель 25, да? Ну, Родвар накручивал на рыбу. Да там понятно, может даже. А, ты два раза. Эй, да не пизди, конь, ты там сам. Вообще накручивал. На рыбах? Короче, вы втроем есть что, так что давайте. Я не накручивал на рыбах. Да, бля, просто по рыбам. Они накручивались на мой шер. Значит так, Войт лям 600 с хером по рыбам. Чё, по каким рыбам? Не знаю. Конику 840 тысяч. Ты не смотри, сколько у меня на рыбах. 800 тысяч. Ну, Дартпал отличился, да, у него больше двух лямов. Какие больше двух лямов? Там больше трех. Нет, два. Два ляма, 230 тысяч. Лага, справа, ты не большой. Справа Лага, большой. Справа большой. Вернулись. Вернулись. Спуститесь вниз. Спуститесь вниз. Вернулись. Короче, не молодцы ни разу. Накручивайте дальше на рынке. Да не накручивался. Это ШМ просто накручивал. Мне не нужно накручивать. Я тотем сам делал. Кастером бы такой ШМ, как у вас, на рыбу накручивать. Ну, был бы АУЯ у них. Кастер, а он у них точечный. Хуёв. Ну я точно не накручу. Просто билбос. Точечный с мисами, понимаешь? Точечный не свечился даже. Точечный с мисами. А. Шабай, это не видит. Байру тут нету. Обрыгались. Я не накручивал, я просто в воду спрыгивал из-за того, чтобы не откидывал, а рыбки сами лезли. Ну я в воду спрыгиваю только на водометы. Три водомета был. Вот под вниз вот этот в кружок заныривал. Там бил просто, а потом выныривал. Ну и там получается у него по четырем целям вихрь бьет. Ну а когда типа один вихрь даешь, там 100 тысяч дамага. Ну вот ты считай, 25 тысяч в босса и по 75 тысяч в рыбу. Вот это хуёв. Там еще кровотечение. У тебя там кошка еды тут. А ты слышишь ее разве пока она орёт? Да. Да её все слышат. И вот так вот, сука, каждый день. Она не кушать просит, она мужика, блять, просит. А, ясно. Ты ее не кормишь? Так ты что, не мужик? Провода хаут. Скажи, кто здесь мужик? Я здесь мужик. Ты сам провода хаут.
Скажи, кто тут плохо. Если она после вчерашнего пиздюливания еще в этом сомневается, то, блядь, мне ее жаль. Сам, наверное, вчера погладил и сказал правильно. Нам тут, блядь, впаривают, что пиздюли. Типа перед пацанами. А что ты типа? Хуй знает. Радости было мало. Как там какой-то мем был, типа? Большая идет. Типа, пацаны... Типа, я это все... Пацаны гулять зовут, типа. А потом крик достает... Ну, такой через РК такой слышно. Сука, уроки делать быстро! Я бы, конечно, пошутил про Тимыча. Что это он, типа, мяукает в рейд, просится. К сожалению, его нет вместе с нами. Не волнуйся, я передам. Там резист, вот тони вот этого большого. Спасибо. Блядь. Сука. Это спиздил. Моё добро. Древний лишайник. В курсе, что из древнего лишайника делается средство для потенции портова? Спиздил моё достоинство. Что-то воронки стали падать за это. Да, чудесной бак. Это помало, а я не упал. Продвар послать хотел? Угу. Иди. Протемчик. Теперь я лучший вар в рейде. Единственный. Ничего я не написал.
меня уже КД. Купол ставь. Дай мне деньги выходи. Ну не бейте хотя бы, что там. Пойду 2 минуты. Осторожно, Неликс, босс. Хуёво говорю, значит, к боссу близко побежал, мне показалось очень близко. Япончик, ты где там? Тут захожу. Да я, блин, захожу, у меня лагает, я делаю релок, опять включаюсь, у меня опять лагает, я опять делаю релок. Блин, вот я как-нибудь один раз тебе включу стрим, ты посмотришь и ужаснёшься, как я порой мучаюсь. Бывает такая хуйня, и всё. Дайте шкаф, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я прокружаюсь. Можно кулак 6 минут оставить. Чек на пул. Быстрее будет. Хотя уже сам добежал.
Можно без сопротов, да? Мы тут сопроты и не пьем. Чек на пол. Мне тебя хуй лакает. Алло, ты на демоне. Я на гуманоиде.
способность. Кир, тебе это нахила? Да, я там сокеты хотел другие поставить. Поэт, можешь в танк на минуту? Если кому-то... 10 отойти надо. Давай. Дамару на МСП хочет. Ну, если он ходить будет... Ну, уже не надо, пишет. А, у него кисти нам сета. Ну вообще да. Не знаю, зачем он ролил. Вроде как все могут бить. Там бегает Агрид. Лужа не подох. Народ, спекнись тоже в танк на этот трэша. Перед Каратрос. С обитом выйду. Решал рейндж. От меня рейндж. От меня рейндж набери. Отлично. Котенок, Хисаями, резист, торпал, все по пизде рейндж. Там болезнь. С болезнью рейндж набирайте друг на друга.
Ебашьте его речь. Нормально вроде. Тоже охуенный вот этот большой запиарил. А? Пошли право. И на ране одного в КД не вижу, Жунен. Как дела? По хилам давай. Совсем не лутает. Идите с коридора, я ближний сагры пока подержу. Я сейчас приведу магу. Давайте, нет. Какой байер там? Да, что она пропала, блин, я ей написал из-за типа ОКХМ, чтобы к во сне приходить. И в игре ее нет. Хочешь, бери это, ищи своего на вот этот. Лок Хан. Сейчас. А на шамана что?
тут? Вон кишмиш в рейд уже. А, понял. Если ему сейчас два токена выпадет, получается на следующем КД ему плечи и все, может за. А как может быть место на РТ на замену? На РТ просто пиши. Чё мне ДД там? Алло, это с нами уже? Да-да-да. Ну давай, Войд, потанчи тоже, что ли. Будешь танчить шамана в проходе, мы народ, блять. Алло, ты, короче, пресад держишь, потом ханта заберешь. Я, соответственно, босса с хантом подержу. Чек на пул. А кто держит шамана? Войд. Войд. Шкаф поставьте. А кто кого хилит? Кават хилит Войда. Шторм следит за мной, чтобы я не упал. Остальные по рейду. Ну-ка. Как эта хуйня? Где ты стоишь? Давай-ка потестим. У тебя есть показ... Ну, показывает рейнджу до меня. Если меня выбрать. Включить надо. Аддон, в смысле, включать или логотс? Кирс нашел, не нашел? На этого босса. Или там мажил кто твой? Нет, нет у меня, нет. Где ты? А. Вот звездочка. Так, ладно, чек на пул еще раз. Вот сейчас 20 метров. Что стоит тут? Ты хиль в себя, свет. Да я поздно понял. Ну-ка, сколько достаю? Нихуя, смотри, какая ренжа. Это сколько уже? Ты херовый знак, это там 60 метров у нее через частицу. Я
В смысле снаружи? У него краш на салоп, он перезашел, он снаружи, он лут не получит. Получит. Мастер лут есть. Точнее, ЕПГП лут мастер. Я все не был в инсте при убийстве. А попробуйте сейчас не лутать на всякий случай, вообще не пытался, когда он... Там смысл в другом. Шкаф просто поставить, и босс никто не подходит, он умрет. Да. Вот он сейчас на изжоге. Киннера отдайте там. Котенок Киннер по Штормсингер. Тотем поставь, я гем сдам. Неликс, хуярь тоже на ману гиб. Там у них вообще ноль маны у всех. Не и понял. Тоже пускай сдает. Япончик, давай тоже. Они сухие, пиздец. Чуть не резаться тебя, да? Порешал резни котенка, котенок дай Иннер по шторму. По Штормсингеру дай Ина. Жунуэн дашь по торту. Как через 10 секунд, когда откатится у тебя. ХП мало там, котенка. А, это звезда. Понятно. В принципе. Так, не утайте босса еще раз. Отойдите все. Прям сейчас от босса все отошли, милик. Шкаф ставьте, сумоньте кишмиша. Очки доблести получены. Кто-то утнул или что? Не, это же при убийстве сразу начинается тут. Ровность быстро. Давай. Ну что там еще ФКшит? Мне это выкинуло, похоже.
Или с горя вышел. А интересно, если мы его сюда присумоним, ему так можно перекинуть? Лутмастер перекидывает шмотки. Ну вы чё, сваешь, сколько раз было, кто-то из наших улетает, лутмастерам передается. Не, ну они там-то в инсте были, хотя бы до этого. Мне просто интересно, так прокатит? А он типа сразу же с пула вылетел? Я вот не знаю, я не... Короче, помните, как я полутал наручи? Вот точно так же он сможет себя полутать. Народ, ну, Дискорд что же не слушаешь? Говорили же не трогать босса, не подходить к нему. Нахрена ты это сделал? Смотрите, что мой народ написал в Дискорд. А, ну он писал про то, что без Диса был. Что там не грузит что-то. Так он не лутал, что вроде. Нет? Гол золото, подняли. Золото получили уже, хуй знает. Пробуйте, сука. Фотки смешно. А что ему надо было? Выпало что-то, что ему надо? Да. Да, получилось. Ты что, получается, может даже КД не принять? Мне кажется, там обязательно. Там надо поучаствовать в бою, типа, вот на убийство ты вылетел, не вылетел, это похрену. Ну смотри, тебя сумонят, пуляет, ты побил. Отмену КД нажал, потом тебя смонули пол. Так получается. Насчет КД, да, получается геморрой. Так, котенок, стоять. Токен не открывай. Вага, надо будет на минутку поговорить с тобой. Сейчас пойдем, лут раздам. Народ там салой потанчите пока. Котенок, дай мне токен обратно в строй. Типончик, ты что там кошаришь? За хвост дергаешь или что, не пойму? Она, бля, в другой комнате соседней сидит. Все равно слышно все. Через полечку. Сядь, держи обратно. Ты там что, его заговорил? Теперь держи обратно. Надо было ей сотку ГП начислить за смерть от звезды. Вот хотел знать, приор там поменять сильно. Видишь, ПМ, бага. А, сейчас, секунду. И срочно надо. Пошли. Как? Вот смотри, вот по поводу котенка, я не знаю, это неправильно, что человек никогда не играл за милика и каким-то боком просит спек, третий спек, заметь, третий спек сделать мейн спеком. Я категорически против, потому что два спека сова, мейн спек, это я так думаю, мейн спек. Второй спек это эрдру, оба full Т5. Поэтому я, лично я бы сделал так, что этот спек кота, он у нее третий. Хер с ним, пускай будет второй. Пускай будет второй, но не мейн спек. Не, смотри, вот это... как было на самом деле. Я тоже с этим долго пытался разобраться. Ее приняли в гильдию, и ей вообще неправильно написали заметку. У нее изначально main spec кот, off spec сова и третий spec этот куст. То есть изначально тот, кто ее взял в гильдию, я не помню, кто это был, он ей неправильно Фисяу оформил заметку. Фисяу неправильно заполнил заметку. Да, да. Но, а ты пересмотри приоритет в виде того, что она подыхает. Понимаешь? Она дохнет что в тех двух спеках, что в этих. Она очень сильно слакает.
И вдруг, если там кто-то, ну, поважнее будет лутать, типа там, ну, какой-нибудь DC, не знаю, что на мейнспек... Смотри, как дословно было. Сейчас этот токен роли на, ой, на мейнспек только алоэ и она, соответственно. То есть алоэ это анхоли, когда делать, но он как бы, это в любом случае заберет по мейнспеку рано или поздно, хоть на следующем КД, потому что это уже никому не надо. Только два игрока лутали. А то, что она слабый игрок, очень прям слабый, это я знаю. Ну, там, ну, как бы, ну, если там кто-то важнее просто будет, ладно, там, если алоэ согласен, то ладно, но, блядь, в тот раз, честно тебе скажу, когда я был в ОКО, обычки, я про эту хуйню не знал, и, ну, конкретно я для себя в голове, я был против этой хуйни, то, что, ну, она написала, там, мейнспек у нее код, там, мне что-то поменяли, я себе забрал токен, четвертый на мишку, и открыл его сразу, у меня все готово было, ну, я не вижу перспективного кота, во-первых, она идет хилит, во-вторых, ее кот хуже и бесполезнее вреде, чем ее сова. Вот. Ну, это адекватно, как бы я хуй его знаю, блядь. Ну, так как я танчу там Халиона, блядь, и всю эту хуйню мишка. То есть, ну, блядь, я взял четвертый кусок. Ну, а дальше там не знаю. Не, ну просто, ну, раз знает, что она слабый игрок, то ладно, там, хуй знает. Вот, ну... ну, типа, она, несмотря на то, что она слабая такая, она все-таки... Уже типа испекается похилить там. Не, я не спорю, не, я не спорю. Не совсем как бы, ну, я не наезжаю, ничего. Я ей написал в ПМ сейчас, ну ты типа умираешь. Она говорит, я первый раз. Ну я говорю, а как так у тебя, блядь, мейн спек? Вот, ну ладно. А там в любом случае, слушай, сейчас вот получается мейн спек, только она все, соответственно. Ну, ну и ладно, ладно. Так, так приоритетно я отдам, я отдам, конечно же, другим, поскольку все уже увидели, как она играет, что не умеет. А ты не в курсе, какой кусок по счету у нее на коте? Вот этот, который отдал? Честно, нет. А, ну ладно, короче, хер с ним. Да, не жалко нам, слушай, у нас все это проходит. Да, это быстро. Понятно, мейн рейд там, ну нормально. Ладно, хер с ним. Ладно, погнали. Да, пойдем обратно. А что тут получается? Я подамажу, наверное, а вы с Монротом на мелком, алоэ на боссе или как? Или могу босса потанчить, кто-то с вас там спекнется. Ну, лучше я на трэше, наверное. Да, ты на трэше вообще красавчик. Монрот тоже на трэше, я босса потанчу. А ты подамажить не хочешь? Давай я босса потанчу. Да. Все, вага в танке заделал. Ой, нихуя, смотри. Выкройка плащ отмщения. Ну как он выглядит? Красный такой. Ты чё вот раньше шмотки были, да? Красное гнездо плюс 2 к меткости, блядь. На ВК. А не помнишь? Никто не помнит, вот на ВК когда играли, какие там капы были, РПБ, там, меткость. Там же другие цифры были. Как бы тебе так сказать-то? Типа не 1400, да? Ты с какой целью интересуешься? Это знаешь, вопрос из такого же разряда. А Resilience в классике был? Resilience в классике не было. Ты хочешь сказать, там не было капов? Меткости мастерства был. Меткости мастерства был. А вот ну сколько примерно меткости было? РПП это был, так скажем, редкий статус. Его даже, может, и не было, я уже точно не помню. Он был, он был. Был РПП. Сядь! Resilience в классике не было. Появилось только в Burning Crusade. Да. И вообще вопрос был про РПП. Соответственно, РПБ целенаправленно БК не собирали, как на ЛК контенте. Ну, тоже что-то давал там. Значит в ДД, да? Я так и не понял. Алоэ, народ на трэше, я на боссе. Ты дамажишь, да?
Суманите Хекси, шкаф. Че, сплетение или чешо? Конечно. А она что, топовая, даже наваров считается? Если у тебя брюлей до хрена, да. Если у тебя брюлей нету, забудь. А, типа что РПБ компенсировать, да, там? Что? Стринит. А если у тебя ноль брулей, то что топовое? Фетиш, чешка. Чек на пол.